Всем привет, народ! С вами снова Бон. И сегодня будем распечатывать вот такую вот чудесную посылочку. Вот, трек полностью отслеживался. Вот, на границе, я так понял, посылку открывали. Вот, у нас заклеенная, переклеенная. И, в общем, пришел нам, мне точнее, пришел ультрафиолетовый фонарик. Как я его ждал, очень. Так, заказывал я его у Саймона. Так, в пакетике больше ничего. Так, и заказывал еще светофильтр на этот фонарик. Вот, там немножко получается другая длина волны. Так, такой вот светофильтрик. Так, ну пока распечатывать не буду, он как бы видно, что он целый, он такой вот прям темный-темный и какой-то такой синий, по-моему. Вот, ну вот коробочка, к сожалению, помята, но я думаю, с фонарем ничего не станет от этого. Так, внутри пупырка. Так, вот такой вот конвой S2+. Так, ну, пока что такое приятно даже вещь держать в руках. Так, и нам нужен аккумулятор. Давайте вот такой вот ставим Trustfire, не путая полярности. Попробуем включить. Блин, корпус такой вообще классный. Так, светит. Так, на руку. Ну вот. Ага, прикольно. Вот, я не знаю, в камеру видно или нет, но вот я вижу, что на руке что-то есть. Так, вот видите? Прикольно. И чувствуется, что, ну так, греет, скажем так. Вот, интересненько. Давайте мы теперь. Я вот только не понимаю, он так и должен светить в точку очень близко или нет. Ну ладно. Так. И светофильтр. Руками, я так полагаю, лучше его не трогать лишний раз, хотя может быть по факту что угодно. Так, вот такой вот темный светофильтрик вставляется, я так понял, он вместо стекла. Так, ну в общем, особо ничего не поменялось. Ну, кстати, чувствуется прям как, ну, такое тепло ощущается. Вот, ну, не знаю даже. Давайте что-нибудь, не знаю, какую-нибудь денежку возьмем. Из интереса посветим на денежку. Сейчас мы это черное стекло спрячем. И возьмем какую-нибудь деньгу. Ну, первый попавшийся из кошелька. 100-рублевка. Я, правда, не знаю, что тут видеть надо. Ага. Сейчас я свет выключу. Вот и... Вот видно. Видно все на денежке. Так. Прикольно. А это вот на столе видна пыль.
Вот, ну, не знаю, сейчас надо поэкспериментировать с этим фонарем. Так-то, в общем, все неплохо. А дальше будет видно. Итак, сейчас я покажу вам, как этот чудесный фонарик работает. Вот я зашел в какой-то модный подвал. Ну, не в какой-то, а под своим домом. Вот куча мусора. Вот. Этот фонарь я оставлю так, для небольшой подсветки. И вот он, вот этот чудный фонарь. Как ярко светится. Отлично виден весь мусор. Пакет. Мойка. Подвал после пожара. Немножко подсвечу. Вот так. Света обычного. Это вот, похоже, паутина на дверях. Вот это вот вот копоть на стенах. Вот как это в обычном свете выглядит. У меня еще камера немножко, точнее, немножко камера с ультрафиолетовым фильтром. Поэтому часть ультрафиолета просто не проходит. Вот, так что так. У меня на этом все. Всем удачи и пока.